У политехнического колледжа сегодня кипит работа. Это не просто субботник, а собрание просто всех коммунальных служб, а также техники тяжелой, которая предоставлена фирмой ВАТ. Наверное, тут вот чуть ли не все учащиеся, которые 1 сентября сядут за парты, они вот убирают, тоже помогают. Мусор, ветки здесь убрали. То, что наделала фирма, которая прокладывала трубы внизу, замена капитальных труб была, тоже приводят в порядок. Очень большие масштабные работы. И вот асфальтоукладчик здесь будет работать. Сейчас соберут старый асфальт и вскоре даже уложат новый. Сегодня мы проводим субботник. На нее вышли все студенты 2, 3, 4 курса, преподаватели, сотрудники колледжа. Как видите, мы подготовили площадку. Здесь будет памятный камень установлен. События, которые скоро будет годовщина, всем известны. Всем городом ведутся работы, администрация города, совет министров, все нам помогают. Большое количество спонсоров, городских предприятий, организаций. Пилим деревья, укладываться асфальт будет. Ребята, после того, как деревья опилились, вот мы убираем прилегающую территорию. Чтобы ко 2 сентября к линейке у нас было все достаточно чисто, аккуратно и красиво.